Нам осталось моменты посмотреть, пока горожане готовятся к награждению. Смотрим опасные моменты сегодняшнего матча. Их, откровенно говоря, было очень немного. Вот так вот в первом тайме команды атаковали. Это, наверное, два самых опасных момента имели их Станович и Овсянников, но не забили. Ну, а вот, собственно, и единственный забитый мяч в сегодняшнем матче. Семеров, поздравим молодого футболиста Шерифа Дмитрия Семерова с голевой передачей. Выйдя на замену, вот таким вот красивым пасом он отметился. И одноклубник его тоже молодой, пусть и на год старше, Вячеслав Лиса. Как оказалось, позже единственный мяч забил. А вот здесь Георгий Коронейчев великолепный шанс имел сравнять счет и уйти все-таки, увести свою команду от поражения. Но суперсейв Дмитрия Стажилы. А так должен был забивать Артем Забун. Еще одно...